заслуженная артистка России Елена Панова с дочерьми Лидией и Марианной. Лауреат Государственной премии России за работу в сериале «Граница» «Таежный роман». Елена Панова памятна нам яркими ролями фильма «Сердце парня», «За всех в ответе», «Спросите медсестру», «Мама Лора». Сейчас в Ставропольском крае идут съемки нового сезона «Полюбившего в стране» сериала «Шифр» с участием блистательной Елены Пановой. На счету актрисы более 70 фильмов, в том числе «Мур есть мур», «Сердце фармы», «За всех в ответе», «Спросите медсестру», «Таежная стража», «Мама Лора».